Все работы Курнина большие, в основном 2 на 3 метра. Реставрировали в художественном музее планету оранжевого солнца и планету Юпитер, видимую с одного из спутников. Обе работы 1970 года были со множеством повреждений и дефектов. Вместе с главным реставратором художественного музея и, кстати, единственным в городе, работали студентки колледжа искусств. Талантливым девушкам давно присматривались и вот решили доверить первую серьезную работу. К тому же в музее давно подыскивают молодые кадры, говорят, пришло время обновлять коллектив. Весь бесценный опыт нынешних сотрудников необходимо передавать новому поколению. Взять в руки вечность доверили именно Евгении и Любице. Мы делали тонировки, и эта работа оказалась очень сложной, так как цвета были не чисто фиолетовые или там темные, они перетекали с зеленых, красных. Всегда, конечно, критикуешь себя и думаешь, что можно еще лучше, но все равно для первого раза, мне кажется, неплохо. Но мы очень старались. И очень было сложно работать с таким масштабом. Приходилось и на стуле вставать, и на пол ложиться. Главное, отмечает Людмила Боченко, реставратор с 30-летним стажем, что, помимо всего прочего, девушки подошли к произведению другого художника деликатно. От себя ничего не добавили, несмотря на то, что сами живописцы. Главное в работе реставратора – скрывать утрату, а не рисовать. Поэтому даже краски использовали с 70-х годов, случайно залежавшихся в реставрационных ящиках художественного музея. Это было очень интересно. Опыт, потому что мы посмотрели, какие он брал холсты, каким грунтом он их покрывал, какие брал краски, и какой характер был мазка вообще, как шел мазок кистевой, какие кисти он брал, были эти кисти круглые или плоские. И мы все это, так сказать, совместили и работали исключительно теми же материалами, которыми работал сам Курнин. Как говорят сами девушки, с картинами они сроднились, изучили не только технику исполнения фантаста, но и прочувствовали всю энергетику произведений. Хотя на работах нет их фамилий, они в какой-то мере считают себя соавторами. Уже в мае картины вернутся в собрание Музея истории Сочи. И к столетию Курнина будут участвовать в полномасштабной выставке. В коллекции хранилища более 30 космических картин. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.